Новостройки в поселке Развилка, которые были сданы в эксплуатацию в 2009 году, быстро потеряли лоск. Последние годы дома номер 45 и 48 находились в печальном состоянии. Входные группы не чинились, подъезды внутри не красились, за инженерными коммуникациями никто не следил, снег не убирали, территорию не облагораживали. Людей это не устраивало, и в ноябре прошлого года жильцы провели общее собрание, в ходе чего решили сменить обслуживающую организацию. Так, в феврале 17-го в этих домах появилась другая управляющая компания «Эстет». Производится оперативное действие по ремонту, по очистке. То, что ранее мы не замечали. И это является достаточно таким существенным. Почему? Потому что мы увидели, что пришла компания, которая хочет, во-первых, работать, хочет работать с собственниками, реагирует на пожелания собственников. Новой управляющей компании понадобилось немало времени, чтобы привести в порядок подвалы, в которых до этого на протяжении нескольких лет постоянно стояла вода. Подвалы были осушены, работы всех коммуникаций отлажены. Сейчас здесь завершен процесс подготовки к отопительному сезону. Наша компания готовит дома к эксплуатации 2017-2018 года. Что было сделано? Поменены были манометры, вызванная специализированная организация, которая опломбировала, которая приняла в эксплуатацию. Поменены задвижки, те, которые текли, здесь было постоянно, подвал был весь в воде. Все это вычистили, вымыли. И сдали опрессовку 48-45 дома, 12 атмосфер мы давили пресом. Жители довольны. Но и помимо сердца дома инженерных коммуникаций, за тот небольшой срок, что управляющая компания «Эстет» обслуживает эти дома, здесь успели благоустроить дворовую территорию, начать текущий ремонт, отмыть этажи и лифты. Чисто, соседи, жильцы тоже поддерживают сами чистоту, стараются не кидать мусор, окурки в мусоропровод, а мы поддерживаем чистоту. Скошенная трава, красивые палисадники, чистые полы и стены в подъездах, консьержка. Своим решением сменить управляющую компанию местные жители довольны. У нас изумительная чистота стала в подъездах, около дома, ну и остальное. И совсем другая ситуация в 43-м доме. Критическое состояние заставляет людей продавать здесь квартиры. Посмотрев на удачные изменения у соседей, местные жители тоже собрались вместе, чтобы проголосовать за смену управляющей компании. На днях «Эстет» начал обслуживать и эту многоэтажку. Объем работы предстоит выполнить большой, но, кажется, совсем скоро и тут все наладится. Надеемся, что что-то изменится. Как и в предыдущих домах, начали с подвала. Затем управляющая компания «Эстет» приступит к созданию эстетического облика дома. Обещают, скоро он обретет новую жизнь. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.